Я приехала в ДЭК из Одессы. Это мой 5-й раз в ДЭКе. Я сначала не хотела ездить по лагерям. Когда мой брат ездил по другим лагерям, он говорил, что там ужасно, ему не нравится. И тут бамс, вот один лагерь, который ему очень сильно понравился. Думала, в нем что-то... Это не мой брат. Я попросила родителей, чтобы меня отправили сюда. И мне очень понравилось, да. Ну, у меня в первые дни еще не было друзей там. Я ни с кем не знакомился. Не танцевал даже лайнапы. Я жду лета, потому что я хочу поехать в ДЭК.